всем привет, дорогие друзья, с вами Димаш, Крошка, Окрошка. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. 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 Все писали в комментариях, чтобы мы записали из цепишек коты, собаки, всякие прикольные монстры. Если петь, кушайте, приятного аппетита. Карта у нас Балти. Погнали, Карыч начинает. Пацаны, разбегаемся по всей карте, мы должны очень долго затащить. Что начинать? Не знаю. Кстати, следующий ролик мы будем снимать, аниматроники пугают охранника. Если что, потому что некоторые спрашивают, какой ролик у нас будет. Пацаны, все, что вам сделать надо, откройте по всей карте двери. Обязательно. Мамочка, он за мной идет, пацаны. Нет, он за мной. Он за нами. А я спрятался. Ой, блин, я привык, что на Е это открывает дверь. А он на Е выселяется. Оно живое. Мы можем, в принципе, знаешь, что закрывать двери перед тобой, и ты не зайдешь к нам. Да. Кстати, в этом есть прикол. Ты же монстр, у тебя руки кончены, и ты не можешь открывать двери. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Пацаны, вы вообще все живые? Да. Так, я тоже живой. Он за мной охотится, помогите, он в одном классе со мной. Знаете, что он сейчас одного убьет, и будет все легче, легче. И мы все проиграем в итоге. Так, все живые. Кстати, я стою на такой части карты, что я вижу, откуда он будет идти, и успею убежать. Красавчик. Так, 5 человек, никого не вижу, очень странно. Вы все заныкались, да, пацаны? Да. Правильно. Выход контроля. Че, убегаем. Ху, было страшно. Блин, я в этих сиди дверях, тут. Что? Не бойся. Отсюда ты проще будет убежать. Двери. Так. А где ты? Я в одном из... Я в классе, из которого Карыч выбежал. А, какая дверь? Зеленая, синяя? А, сзади, да. Да я знаю, где это. Идем. Так, вот. Он за мной гнался здесь. Так, давай, если что, я двери закрою сразу, когда он будет к нам идти. Давай, выпускай его. А я закрою двери. Подожди. Что-то он не выпускает. Он специально, наверное, троллит тебя, чтобы замочить, когда ты... Я выпущу. Смотри. А что ты нам сделаешь? Мы за дверью здесь. Он может обойти. А мы тогда закроем тут дверь. Давай все-таки успеем открыть. Опа, он агрится. Слышишь? Да. Это значит, что он злой на нас. Раз такую музыку веселую создает. Мы ему дверьми по лицу дали. Конечно, злой. Так. Так, так, где-то он ходит. А ты где? Я бегаю, блин, вы все в классах заныклись, а дверь не могу. Ладно, пацаны, давайте пооткрываем двери, ладно. Тяжело, тяжело, верю. А вон он идет, смотри, шкандыбает. Собака. Беги, беги, не загораждай путь, пожалуйста. Беги. Давай, 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 давай. Фотка его, беги, слепи его. Сейчас фоткал, ослепил. О, пробежал мимо, фух. Фух, ослепил еще раз. Нет, он все-таки бежит за мной. Я побежал. Собака мимо меня пробежала. А вон он, Димас, пробегает. Я двери закрываю, чтобы он не смог. А, ладно, мы же договорились, что надо открывать. Мне так не хочется, чтобы он меня убил. Так, ой, так, так, сюда. Блин. Фух, ты меня испугал своим фотоаппаратом мощным. Блин, не пролазил в одну дверь. А, ты жирный. Говорили, не кушай много. Это Дима. Нельзя же закрывать две двери, но можешь закрывать привет, одну. Привет. Так что... Дима. Вот это было рядом. Димас. Да. Ты в комнату ко мне зашел и ушел. Я очканул. А, ты тут что ли? О, привет. Кстати, он тут не попадет по нам, мы можем здесь просто угорать над ним и все. Я здесь время прячусь. Аракс, тебе надо как-то кого-то убить. Старайся. А-а-а. Я в тебя я верю. Знаю, где... Я за знаю, где... этого NPC-шку очень сложно играть, за пилпака легче разы. Это да. Фиаско. Это фиаско, это братан, помню. Да. Да. Вот он, Карыч. Тем более он постепенно застревает в этих ящиках, которые... Знаешь, почему ты не можешь убить? Давай поставь себе, удали себе, и поставь себе это, который этот, высокий такой, кот. Это который... Ну давай я тебя поставлю, где ты? Я думаю, что тебе будет тем легче. Во-первых, он будет быстро бегать. Где ты находишься? Я к тебе иду. Удали того NPC-шку, который я и поставил. Удалил. Вот, я за здесь. Во. Так, смотри, я тебе вот этого поставлю. Будет намного тебе легче, смотри. Только не мочи меня. Иди, вселяйся. Ну-ка. Во, все, погнали. Этот быстрее. А может дверь закрывать? А, нет. Давайте так, чтобы было, потому что он уже должен был кого-то убить, а он еще никого не замочил. Хардкор, бегите. Ого, он там прям рядышком ударил, но не попал.
А, он медленнее, чем я думал. Нет, он быстрее, чем я думал. Он мимо меня проходит. Эй! Говно! Это было очень близко. Димас, иди сюда. Тут секретный проход, погнали туда. О, да, точно. Ой, блин, у меня эта лавочка по башке дала, у меня жизни отнялись. А он тут не пролезет? Надеемся на это. О, балди офис, отлично. А тут это, самозакрывающая дверь, так что все нормально. Ну, не так нечестно, надо, чтобы он кого-то уже убил. О, смотри, вот. Эй, так не меня же, я думал, ты кого-то убьешь. Ладно, давай мочи меня, вместе будем. А теперь я выхожу на охоту, пацаны, вместе с ним. Нас теперь двое. Так что готовьтесь. Это будет трэш. Ну, короче, открой дверь, так нечестно. Но она самозакрывающаяся. Я не могу ничего поделать. Знаешь, что делаю? Наживай на цены в Одессе, удаляй ее. Не ссы, я разрешаю. Пока, Дима. Ой. Короче, вернись, открой. Беги, беги. Мы сейчас все двери удалим, и вы умрете все. Беги. Так, бежим, 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 не ссы. Страшно. Нас двое, мы сейчас уже можем, в принципе, вас окружить и как-то замочить. Да, ну да, только, короче, верни секретную комнату, открой мне. А, что у вас, окей. Не получится? Только ты меня не мочи, не мочите, подожди, окей, не мочи. Окей, окей, дай мне тебя убежать. Дай мне 5 секунд. Знаешь, что я думаю, может там поставить еще NPC-шек нам помогать? Это будет жестко. Да, это жестко. Еще двери удалить, тогда это все это... А, я не могу на цену водиться, когда играю за него. Ой, дома. Я как... спалился. Хорошо. А... выключить и все равно мы уже будем доигрывать за этих и поставим еще парочку один вот такого такого музычку, давайте офнем. Так, пацаны, я вы не застреваете, конечно. Я что, не спалился? Не знаю, ты меня не увидел. Они не проходят через двери, они слишком большие. О, ой, ты мне вон пендаля. Ну а он проход закрыл. Тебе тут вафли, я тебе говорю, я тебя поймаю. Отлично! Поймал. Меня давай, вот... теперь еще один с нами. Мочите, мочите его все. Вот это мы психи. Еще раз тебя сейчас замочь. Вселяйся в кого-нибудь там. Это NPC-шки бегают. Так, слышишь, мужик, ты застрял. Давай его удалим. О, прошел, прошел, отлично. А кого мы еще не замочили? Мина. Мина? А ты один, что ли, остался? Нет, крошка. Крошка. Он любит только крошку. Эй, эй, это человек или кто ты был только что? Ой, блин, я выселился. Пацаны, давайте, короче, сейчас летим все сюда. Сейчас мы будем облаву сделать на тех, кто остался. Это будет жестко. Куда лететь? Мы не умеем летать. А, килл пропишу. Окей, а, все равно я около был. Смотри, что мы делаем. Мне кажется, надо взять немножко других монстров. Вам не кажется? То есть будете сейчас мудовать, а там будет... Ой, ой-ой-ой, это было не то. Курица бешеная. Да. Курица. Вот это, мне кажется, самое лучшее. Вот этот, вот этот. Они не будут дамажить, пацаны, нам надо вселяться. Они добрые. Так, я в одного вселился. А мы пока разбегаемся, да? Нет, мы сейчас будем добивать тех, кто остался. Ни в каком случае не поймаете. А, тут это кажется. А я в кабинете сижу и возле двери. Ай, пока. Я... Убил? Короче, идите не убил. Там возле телефона, там есть дверь, в которой я стою. Здесь оставшийся один. Возле столовки. Блин. Я парс. Меня достал. Постоянно забываю, что на Е двери нельзя открывать. О, надо вселиться на него. Димас, я последний. А, брат. Так тот. Давай я удалю тебе дверь. Все, давайте, бери, бери, Димас, кого-нибудь и поймаем его. Да-да-да, беру. А, чё ты мне дверь загородил? Сейчас... Давай, Димас. О, давайте вот этого возьму челика. Мне кажется, он очень прикольный. А, он большой. Он ушел, Димас. Я могу его уменьшить. В смысле уменьшить непон? Сейчас, сейчас, давайте попробуем. А, нельзя уменьшить, печально. Так это что, от первого лица я делаю? Прикольно. Так, непонятно, оно управляется очень криво через одно место. Хорошо, давайте по старинке.
И мы сейчас сделаем так, что даже если есть NPC, они будут вас мочить. Нет, я да. один остался. Это жестко. Так, давайте, пацаны, мы должны его поймать. Какой у тебя скин? Собачки, я собачка. Ты самый челепиздрик вот такой, да. с голубыми ушами? Вот он, вот он. Это не я. Я застрял. Все, пацаны, он здесь в офисе, я его не выпускаю. Загораждай путь сразу, пацаны, ждите его тут, загораждайте путь. Я его ловлю. Ой, так, 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 давай сейчас мы тебя поймаем, щенок. Иди сюда, на тебе, падла. Не выпускайте его, стойте, проходите, загораждайте. Ну давай. Убегай, убегай, убегай. Мочить, есть, есть. Так, давайте, пацаны, знаете, мы что по старинке сейчас сделаем? Угадайте. Ну конечно, мы же эту школу тысячу лет не взрывали. Давайте, как всегда, в конце эпический взрыв. Ну даже не эпический взрыв, просто запусти мощную ракету. А я не могу куда лететь, она просто жахнет. Воу, это огненное что-то такое. Хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ну как всегда, мочим. Ты сейчас...